А вы знаете, что если человек для себя выбирает путь нравится и каждое утро и на протяжении дня использует это как основную такую простую, наверное, медитацию, то его жизнь очень быстро полностью меняется. Она меняется категорически. Разве может не нравиться то, что человек проснулся? Но ведь есть множество людей, которые, просыпаясь, встают уже с плохим настроением. Человек говорит: но мне не нравится, как я себя чувствую утром. Ну хорошо, тебе не нравится, как ты себя чувствуешь утром, тогда тебе бы понравилось, если бы ты чувствовал себя хуже. Ну не понравилось бы, ну тогда радуйся минимуму, который есть сейчас. Ты не умер, это хорошо. Всегда можно оттолкнуться от чего-либо, оттолкнуться от того, что имеешь. Это самый простой способ для того, чтобы радоваться жизни. И возможность оттолкнуться от того, что нравится, это замечательная такая возможность полностью изменить свою жизнь. Нравится, что рядом кто-то находится теплый, нравится, что есть где жить, нравится, что вечером есть что кушать, нравится, что вечер закончен и вы дожили до этого. Так вот, когда человек говорит «мне нравится», то второй фактор, который может ему помочь, это надежда и вера на то, что завтра будет лучше. Поэтому, когда человек живет и говорит «мне нравится», как обычно живет человек: мне не нравится, кто рядом, мне не нравится, что ем, мне не нравится, где я, мне не нравится, кто я, мне не нравится, какой я, мне не нравится, куда я еду, мне не нравится, с кем я работаю, мне не нравится, кто вокруг меня, мне не нравятся мои дети, мне не нравится доход, мне не нравится, кто рядом, мне не нравится телевизор или там что показывают, мне не нравится обратно там, мне не нравятся там поступки, мне не нравится характер, мне... Ну и человек становится таким своего рода букой. Ну а как нужно жить? Мне нравится, что я проснулся. Мне нравится, что я встал. Мне нравится, что я живу. Мне нравится, что я ем. Возможно, вкус нехороший, но я это смог купить. Я еще один день проживу. Мне нравится, что рядом кто-то. Мне нравится, что этот человек жив. Мне нравится, что есть дети. Мне нравится, да, он там с Бадуна, но он же мой. Мне нравится, что я еду на работу. Мне нравится, что меня кто-то везет. Мне нравится, что у меня есть возможность, чтобы доехать. Мне нравится, что я отработал. Мне нравится, что мне заплатят. Мне нравится, что я смотрел. Мне нравится, где я сидел. Мне нравится, какая погода на улице. Мне нравится, что я приехал домой. И надежда, она заключается в том, что человек говорит: мне нравился этот сегодняшний день, завтра будет лучше, я верю, что скоро будет лучше немножко, чем сегодня. И на следующий день человек встает и говорит: надо же. И вот это и является основной задачей человека — выбрать для себя путь, при котором жизнь будет больше нравиться, чем не нравится. А машина, чтобы поехала, ну так там многократно мной сказано: делайте все для того, чтобы вам жизнь нравилась. Это и будет вашим бензином, который поможет вам.